Чехословакии кончил. Я был последний, когда смотрели, после войны 6 часов. Вот там кончил, Чехословакии кончил я войну. Какое настроение у вас сегодня? Отлично. Три внучка проводил, один внук. Отлично. Какое пожелание хотите? Пожелание есть? Дай Бог молодым здоровым, и в чистый, и в настроении. И немножко человеческой части. Мне в 43-м году, 20 октября исполнилось 17 лет. А в 43-м уже в ноябре мне взяли в армию. То есть я в армию пошел 17 лет. Нас направили на Дальний Восток. Я после прохождения курса молодого бойца был направлен в фронтовую школу воздушных стрелков-радистов. После окончания школы был направлен воздушным стрелком-радистом на средние бомбардировщики ПЕ-2, пикирующие бомбардировщики. Ну, на войне всегда страшно. Хоть вверху, хоть внизу, хоть где. Некоторые говорят, что не страшно, но не верьте этому. Не может быть, на войне страшно. К счастью, потери были у нас небольшие. И война продолжалась на Востоке недолго, месяц. Ну, были печали, было и счастье, было и счастье. Было, конечно, не совсем приятно хоронить своих друзей, товарищей. Ну что, война кончилась, направили на Южный Сахалин. Там продолжал я служить на Южном Сахалине. Это с 51-го года. А что пережил? Какое у вас сегодня настроение? Настроение какое? Знаете, настроение двоякое. И вроде праздник, но вот когда вспомнишь, что у меня погибло 4-3 брата на войне и друзья, праздник радуется какой-то, уж не такой-то он приятный. И не петь, и не плясать уже желания нет. Гордость, что дожили до такого времени, до мирного, до хорошего. Мы как мучились в войну. Вот хлеб, ни хлеба не видели. Все для фронта собирали, на учительнице работала. Муки не было. Все, даже все собирали. Левое по хлебку заберет мукой ложку. Такой, как вкусно. Картошку собирали в поле. Мороженую, гнилую, лепешки. Всем, кто верно ждал, вот так вот жили. Какой рады все были. И со слезами на глазах. За того, парни. Прямо радость со слезами на глазах. А что бы пожелали молодым? Молодым, чтобы жили дружно, чтобы любили народ и трудились. Все говорят, что плохая, хорошая молодежь. Я вот шла в день пожилых, так мне машину остановили, меня за руку взяли, молодой водитель перевел дорогу. Через дорогу перевел меня.